Первое заседание суда по иску семьи Наумовых о компенсации морального ущерба в 2 миллиона рублей состоялось в суде Угловского района. Напомним, такую сумму хотят получить в качестве компенсации родители 10-летней Надежды Наумовой, страдавшей гидроцефалией и год назад погибшей по версии следствия по вине медицинских работников. Как сообщила сегодня нам по телефону мама Надежды Юлия, заседание, по сути, было ознакомительным. Врачи Угловской районной больницы, а также Центра медицины катастроф предоставили письменное возражение против иска родителей. В нем, исходя из независимой экспертизы, которую делали в Санкт-Петербурге, сказано о недостатках оказания медицинской помощи погибшей. В частности, о том, что реаниматолог начал оказывать помощь на 90 минут позже, а реанимобиль медицины катастроф врачи вызвали на 3 часа позже. Возражение медиков приобщили к делу, впрочем, как и чек на покупку лекарств для Надежды, которые ее мама искала по аптекам весь тот период, когда должна была помогать дочери. В больнице на тот момент необходимых лекарств не было. Судья также запросила оригинал санкт-петербургской экспертизы. Определились и с тем, каких свидетелей приглашать на следующее заседание. Главный врач настаивал на том, чтобы пригласили свидетелей врачей, вот, которые принимали участие в оказании помощи. Но она как бы это удовлетворила. Вот на следующее заседание будут свидетели, вот эти педиатры, реаниматолог и анестезиолог. Приобщить к делу информацию о звонках с угрозами семье Наумовых пока не удалось, но к следующему заседанию родственники намерены сделать распечатку звонков и СМС с неизвестных номеров, которые почти полгода приходят на телефон Юлии, как она нам рассказала. Следующее судебное заседание состоится 21 августа.